Снова настало время погоды на телеканале Донбасс. Я, Валерия Харабирюш, уже готова ознакомить вас с синоптической ситуацией на субботу, 18 мая. Теплые южные ветра, легкие воздушные белые облака и короткие теплые дожди. Именно такой погодой отметится в Украине следующий день. А какой обещает быть погода в восточных регионах, я расскажу вам прямо сейчас. На востоке Украины до самого вечера продержится сухая малооблачная погода. В Харькове и Днепропетровске температура воздуха будет постепенно меняться от 15 до 27 градусов тепла. Ежегодно 18 мая свой профессиональный праздник отмечают музейные работники всего мира. А еще этот день для тех, кто с нетерпением ожидает очередной встречи с раритетными экспонатами, удивительными коллекциями и впечатляющими произведениями искусства. Музеи ведут большую научно-просветительскую образовательную работу. Десятилетиями они собирают и хранят памятники материальной и духовной культуры, которые являются историческим наследием предыдущих поколений. Возвращаемся к погоде. Жителям Запорожья новый день принесет легкую облачность без осадков. Температура воздуха будет колебаться в пределах 15-28 градусов тепла. За моей спиной сейчас находится один из самых знаменитых музеев в нашей области. История Донецкого областного краеведческого музея началась еще в 1924 году. За долгое время своей работы он несколько раз переезжал, а в годы Великой Отечественной войны музей потерял большую часть своих коллекций, после чего в 1943 году был отреставрирован. В фондах музея находится более 120 тысяч экспонатов, и ежегодно его посещает более 200 тысяч гостей. Самое время узнать о синоптической ситуации в Донецкой области. Жителям Славянска, Донецка и Мариуполя Гисметео обещает небольшую облачность и теплые майские дожди. Местами прогремят грозы. Температура плюс 14 и плюс 27 градусов. Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба. Восход солнца начнется в 4 часа 44 минуты. А тем, кто собирается посетить столицу Украины, зонтик не понадобится. Ясная и солнечная погода в Киеве ближе к вечеру сменится легкой облачностью. Максимальная температура составит 27 градусов со знаком «плюс». Вот такая погода ожидает нас в субботу, 18 мая. А всех желающих принять участие в развлекательном народном шоу «Лайв Донбасса» я приглашаю на площадь Ленина в 9:30. Встретим субботнее утро вместе. Пришло время прощаться, но уверяю вас, что ненадолго. Желаю вам отличных выходных. Встретимся, как всегда, на телеканале «Донбасс». Удачи!